преддверии празднования столетнего юбилея Северского района в поселениях прошли субботники. В них приняли участие сотрудники местных и районной администрации. Вооружившись мешками и необходимым инвентарем, отправились сделать свою малую родину чище и краше. Субботники и санитарные пятницы уже давно стали традиционными и проводятся в поселениях муниципалитета каждую неделю. Но важно приводить в порядок не только территорию внутри населенных пунктов, но и вдоль федеральной трассы. Ведь именно с дороги начинается знакомство гостей и туристов с нашим районом. И не всегда оно становится приятным. Нерадивые водители, проезжая мимо, не задумываясь, выкидывают мусор прямо из окон автомобиля, а иногда оставляют на обочине дороги даже отслужившее свое покрышки. Участникам субботника пришлось провести немалую работу, чтобы привести придорожные полосы в порядок. Результат говорит сам за себя. Десятки полных мешков мусора.